Барак Обама провел часовую встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль-Саудом сразу по прибытии с официальным визитом в Рияд. Переговоры американского президента с саудовскими лидерами проходят на фоне серьезного охлаждения отношений королевства с Вашингтоном. Основной момент разногласия – активно поддержанное США соглашение по ядерной программе Ирана, главного соперника саудитов на Ближнем Востоке. В Рияде довольно скептично настроены в отношении попыток Белого дома разрешить сирийский конфликт. Тем не менее, оба государства продолжают называть друг друга союзниками. В рамках своего визита в Рияд Обама примет участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который также входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.